Так, ребята, ну и сейчас мы послушаем, как он работает. Услышим звук этот. Ключ зажигания, там он спрятанный. Заводили. Ох! Эпче! Это мощь мотоцикла, да. Настоящего, мужского. Удачи. Стреляет. Это вот именно америкосовские. Немцы так и стреляют. Да? Нет. Это умный рассказывал хозяин. Mm-hmm. Именно эта модель. Хватит соседей пугать. Ну-ка прогазуем. Сейчас положим. Тапки-миллионники. Да, да. Вот так я буду ездить. Да, да. Всем привет! Всем привет! А точнее, ты с какого города? Саяногорск. Саяногорск, вот. Димасу привет скажи. Димон, привет! Увидеть тебя. Вот, ребят, и теперь смотрим это самое. Вот такой мотоцикл Алексей приобрел. Honda Shadow 750-ка. И у него даже есть название. Черная вдова. Да. Два горшка, 750 кубиков. 48 лошадиных сил. 45. 46. 46. Во. Мото 46. Привет. Глаза разбегаются. Не знаешь, на что смотреть. Много очень хрома. Руль такой очень короткий. Кстати, часики даже есть. Да, фара такая маленькая. Ну, Алексей хочет потом на эти LED менять повороты. И говорит, что это самое, что это версия американская, короткое крыло. У немецкой версии, которая на Европу все шла. Закрыто. Все закрыто. Все закрыто. Заднее крыло, заднее большое, крыло большое. Все закрытые они. Ну, выглядят более-менее такие для старичков, я бы так сказал. Но вот это мне больше понравилось, поэтому... И ты сделал, короче, сезонные эти номера. Да, то да. есть с апреля можно ездить и до конца октября. Все, зимой Леха ездить не будет. Кто меня увидит, ЛМ 2 шестерки, это я. Точно. Кстати, часики такие аккуратненькие здесь, четко. Передний дисковый тормоз. Взял ты его у немца. Охлаждение, я смотрю, да? Хондари все охлаждения. С масляным охлаждением. Что у них плохо, у Харлеев, то, что их сильно не любят. Они, во-первых, очень дорогая модель. Ну, америкос есть америкос, как машины обыкновенные. Их сильно как бы, ну, их не предпочитают в основном. Ну, Хондари считаются как бы, блин, хорошая машина, блин. Это мотоциклетная вообще фирма. С самого начала да, они. Да. И они в основном все. Все они идут на водяном охлаждении. Это большой плюс. Это очень большой плюс. Ну вон у Петера 600-ка, он уже 21 год ездит. И он сказал. Мотоцикл. Не, машина очень хорошая. Хондари это лучший, как бы считается, ну очень хороший. Да, ничего не изменилось. А вообще, Алексей, хотел ты Харлея сперва себе, правильно? Да, мне одна модель всего нравится в Харлеях, это Фаурод. Угу. Они идут с 2002 года или с конца 2001. У них 1250 кубов, 125 ПС у них. И они поддаются переделке. Они для переделки именно. Они, блин, вообще хорошая машина. Но они дорогие и их, ну, сильно не любят. На них пару лет люди ездят и перепродают, меняют. Mm-hmm. Потому что, ну, америкос есть америкос. Я сказал, как бы, читал много, за них сильно хорошего не говорят. Ломаются и детали очень дорогие. Короче, не знаю, по мне, блин, да? Хондарь есть Хондарь. Япс есть Япс. Ну а это, колесо на сколько это, такие размеры? Блин, хороший вопрос. Да? Стоит здесь, как бы. Не смотрел. 160-80 на 15. На 15, ага. 774S. А ты еще хочешь шире, да? Я хочу шире, да, по возможности. По-моему, на 200. Ребят, низкопрофильную смотрите. Резину. Низкопрофильную, mm-hmm. чтобы уже было. И как можно шире. Ну, это потихоньку. Поменять. Кенсайхен убрать. Поставлю Zeitung Kennzeichen. Здесь то сбоку полуёт. Номер хочет Лёша. Номер, вот это все уйдет. Сделать, вот да. это все уйдет. Стопарь поменяешь. Это все уйдет. Поставится сюда Kennzeichen, будет у меня с этой стороны. Ну, ледовская, потом поменяю. Угу. Это все со временем. Это только все
как бы в планах, но они должны будут все это осуществиться. Ну тебе еще пока надо права сейчас на мотоцикл сделать. Это точно. Все правильно. Человек сперва покупает мотоцикл, а потом делает права. Также и у меня была история с Иш-Планетой Спорт. Я сперва купил мотоцикл, и потом уже, как говорится, стимул есть. Да. Все правильно. Ну что, выкатывай тогда, заведи черную вдову. Это же опасные пауки были это. Ну и есть, да, где-то они в Африке. Сейчас есть, да, да. Они в Африке, они в Америке, как бы черная вдова, да. Сила! Сила! Мощь! Беды плотные! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! И мотор аж шепчет! Какого года он? 2000. 2000. Как и мой. Эй, да, как и мой, 20 лет уже, да? 2000. Вот, ну, теперь два друга будут, да? А, да, 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 да. Мой Кавасаки и Honda Черная Вдова. Колесо такое интересное, да? Ну это чопер. Да-да. Не, прям вот, знаешь, так сделано как под старинную машину, как будто. Один больше, ты видишь, второго меньше. Ну да. Так что вот такой аппарат, ребята. И сейчас я попробую прокатиться на нем. Конечно, это чоппер. Вообще это рулить немножко сложноватенько. Ух. Так, вот видим 14 тысяч пробег. 873. Нейтралка горит. Так это ключ зажигания там, да? Офигеть придумали, а? Цепная передача. Ну что и хотел. У них вообще с 2000, по-моему, 6-го года у них идет уже кардан. А-а-а. А я именно хотел, знаю, именно цепь хотел. Они полегче их чуть-чуть, потом умбаун, пошире колеса, чтобы поставить, они полегче поддаются раскачке, да, переделывают. Смотрим, где переключатель скоростей. Ой, вообще, сигнал здесь. Тут карбюраторы у нас, походу. А тут воздушный фильтр, скорее всего. Да, да. Я туда хочу поставить кляпы эти. Заслонки, чтобы были такие. Не этот, а на заслонках снизу такой. Да? Да, да. Сейчас я поеду прокачусь. Ух. Послушайте, как он работает. Ух. Огонь! Пушка-гонка. Соседи вон обалдеют тут все. Кстати, у Алексея вот он также занимался и занимается этими электровелосипедами. Вот такая мощная батарея. Может, это не мощная. Мощная вот здесь стоит, на этом. А на этом это, да? Самый первый мой велосипед, что я... Но это уже старье, это все можно уже выкидывать, оно не надо. Это все будет переделываться. Двигатель тут спереди стоит, вот он. Тоже это все уйдет. Хочу сделать на 1,5 киловатта, чтобы где-то будет ехать 60-63 километра в час. Но это как бы... Это все в планах. Ну не в планах, оно как бы все возможно. Просто сейчас у меня вон первое, это то, что мне интересует на данный момент, это мотоцикл. Ну короче, если, ребята, если вам интересно, мы запилим отдельный обзор на эти велосипеды, покатаемся. Теперь камера есть, экшн-камера, как говорится. Чисто покататься когда-нибудь можно. Ну, я вообще говорю, так что пишите комментарии. Все, я тогда поеду сейчас попробую. Погода испортилась, было тепло и солнце. Но сейчас даже дождь это пошел немножко. Я так небольшого кругаля дам, чтобы это ощутить. Красоту моего мотоцикла. Точно. У меня аж слов тоже нет. Такой он весь красивый, блестящий и мощный. Не переключайтесь. Тонизировал. У меня такая же дверь, но сами знаете, я всегда ее рукой, а у него электрическая. И, кстати, вон тут всякие подсветку себе сделал, инструмента куча тоже. Ящик тебе подарила жена на день рождения, да, по-моему, там. Да-да. Вот, пиво польское, тиски, отверочки, все на магнитах. Все от своего Агенштром, все от батареи идет, соляров. А, тут у тебя же еще и эти, точно. 220 вольт, 12 вольт, все есть. Эти плиты, короче, сейчас покажем. Кстати, это что за лупа?
Залупа. Лупа для паяльщика. Паяльники есть, все. Леша тут занимается, вон даже тонкие эти есть всякие. А сварки нету у тебя случайно есть. Здесь? Тоже есть? Есть. Блин, есть. А вот это мне нужно будет. Или тебе газ тоже нужен будет? Да, вот мне газ, мне ВИК, я хочу здесь ВИК себе сделать. Именно для ВИГа, чтобы мне было. ВИГом варить. А где вот эти солнечные батареи? Вот да, короче, прикиньте, вот это Лешины батареи, и он бесплатно, вон дальше они. Пройди. Да, видно их, в принципе. И Леха бесплатно, короче, это, свет себе в гараж, короче, качает. Это же вообще милое дело. Флаг России, даже два. Я единственный, у кого здесь штром в гараже есть. Больше ни у кого. Ну да, у меня света тоже нет. Вообще ништяк. Так что, ребята, а это что за... Это велосипед, для велосипеда штендер подвешивают, чтобы он висел, чтобы ты работать смотри, было удобно. Ты смотри, для ремонта. Ну, Леша, да. Все. Каска вон, смотрите, какая у него эта крутая. Каска очень крутая. Самые для дорогие. Для сварки, да-да. Это Speedglass. Ага. Speedglass. Ну, хорошая очень, сварка хорошая. Ой, шпиги. И вот такие велосипеды. Я катался на одном из них, не помню на каком. Который ты продал, наверное. Да, да, на зеленом. Вот. Тот 52 км у меня давил. 52 км в час. Ну, мне 30 хватило. Вот газулька. Даешь газу, и он как попер, короче. Думаешь, да ну нафиг. Вот аж страшно вот по этим. Ну, надо будет как-нибудь запилить видосик. Так, у нас, что у нас сейчас? Почти ноль. 1 градус. Прикинь? В гараже не на солнце. Ну. Ну тут тоже не жарко сильно, так уж. Ладно, ребят, поеду я, прокачусь и посмотрим. Сейчас испытаем этого монстрика. Ну что, с Богом, ребята. Попробуем. Камера горит, горит. Все. Так. Скорость здесь, тормоза здесь. Сцепление в конце почти. Поехали. Да, радиус поворота, конечно, абсолютно другой. Сцепление в конце немножко непривычно. Так, здесь надо аккуратненько. Нормалек, в принципе. В принципе, классный мотоцикл. Мне нравится. Поехали. Посадка. Едем.
района 30, здесь школа, ну, хоть в школу никто не ходит, но, как говорится, эти радары никто не отменял, запросто могут здесь поставить. Вообще прикольный, блин. А, моргает по моему. Да, руль немножко тяжеленький, вот так, когда колесо, потому что дальше стоит. Ух ты, блядь. Чуть он под меня не выпрыгнул. Так вот, может, блядь, попасть. Ну давай! Иди туда! Ты не с той стороны приехал, я тебя снизу ждал. Иди туда! Поворот бери. Вот и дали покажем. Наш гараж 3 семерочки. Заходите, смотрите обзор на этот мотоцикл и все другие. Из-за сцепления в конце он чуть под меня сейчас не вылетел. Вообще, четкий, отвечаю, аппарат. И сюда, чуть не заехал. Ну что, ребят, очень понравился, отличный мотоцикл. Теперь будем продубасивать вместе с Алексеем, как он справиться там со своими этими всеми. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Мотоцикл пушка-гонка. Понравился, Леха. Блин, на нем так четко ехать в натуре, да. Есть свой шарм такой, знаешь. Пока только так, да, Леш? Ну да, на горку. Это настоящий звук. Это настоящий пущик. Точно, точно. Красава. Вообще. Поздравляем Лешу, пишите комментарии. С вами был наш гараж и черная вдова Honda Shadow, Honda Тень 750. Пока-пока, ребята. Пишите комментарии.